Темниковский районный суд вынес приговор 58-летнему мужчине. Его признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. Днем 25 июня в местный отдел внутренних дел позвонила женщина и пожаловалась на сожителя дебошира. Разбираться в конфликте дежурный направил участкового уполномоченного полиции. В ходе проверки обстоятельств он предложил мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, проследовать в отдел полиции для дачи объяснения. Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, фигурант уголовного дела ударил представителя власти, сотрудника полиции. Через несколько секунд нападавший был уже в наручниках. Никакого вреда здоровью полицейскому причинено не было. Но его нахождение в форме и при исполнении обязанностей легло в основу обвинений по уголовному делу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Анастасия Суркова, программа «Происшествия».